Зрение является одним из основных показателей восприятия окружающего мира у ребенка. Возраст поступления ребенка в школу совпадает с периодом функциональной неустойчивости органа зрения. Более того, уже 5% детей имеют проблемы со зрением и носят очки до начала периода обучения. В то же время учебный процесс связан со значительным возрастанием нагрузки на глаза. Объем зрительной нагрузки у младших школьников в среднем составляет 5-7 часов в день. У школьников среднего и старшего возраста – 8-10 часов в день. Если ребенок к тому же редко бывает на свежем воздухе, малоподвижен, ослаблен частыми заболеваниями, то он входит в группу повышенного риска развития зрительных расстройств. Особого внимания требует школьный возраст, когда нагрузка на глаза сильно возрастает. Дети сильно устают в школе, и они, когда приходят домой с головной болью, то над этим стоит насторожиться. Причина постоянной усталости и плохой успеваемости у детей в школьном возрасте может заключаться именно в плохом зрении у ребенка. При развитии зрения очень важную роль имеют родители, также учителя, потому что дети и подростки не знают, как правильно определить, плохое ли у них зрение или хорошее. Каждый ребенок должен обязательно пройти проверку окулиста, особенно перед школой. Наиболее частым нарушением зрения при школьном периоде является близорукость, дальнозоркость, спазм аккомодации и астигматизм. Близорукость связана главным образом с длительной нагрузкой работы на близком расстоянии. Чаще всего это при чтении, при писании и при черчении. Особенно в плохом освещении. Ребенок начинает плохо видеть именно предметы вдаль или на классной доске. В зависимости от нарушения зрения рекомендуется комплексное лечение, включительно и правильную коррекцию зрения. Оптические средства включают в себе очки с правильными и корректными линзами. Очки носить необходимо. Родители и учителя должны следить за этим, потому что от этого зависит дальнейшее развитие зрения у ребенка. Родители и окружающие должны создать позитивный настрой по отношению к очкам. Что касается очков, то очки должны быть легкими и красивыми, с прочным материалом. Материал должен обладать противоударным свойством и суперустойчивым к царапинам. До наступления школьных будней «Оптика Фамилии» делает особое предложение. Скидка 20% на детские специальные линзы «Хоя PNX Kids», а также специальная тройная гарантия «Хоя». 9 месяцев гарантии на случай изменения диоптрии, 12 месяцев гарантии от повреждения линз и до 36 месяцев гарантии на антибликовое покрытие –